Всем привет! Вот мы и опоросились. Срок был 12-го, опоросилось 11-го. Где-то 8 часов начала опороситься, 11 числа вечера уже. До этого я поставил ее в клетку, так как предполагал, что она будет агрессивной. К поросятам, я имею в виду, после родовой шок. Это бывает практически у всех. Не было только вот у этой и у той. А вот эта пятнистая тоже такая же была. Я ее в клетку ставил. И караулил тоже. Так что караулил я всю ночь. Подпускал их. Выпускал, вернее, из катуха. Сделал вот такой катушок. 1 30 на 60 на 60. Там вот лампочка тепловая, красная. Вот там хорошо у них. В сарае 10 градусов, холодновато. Просто лампочка бы, может, и мало было. Ну что, везде голополо. Сделал. Давно уже хотел сделать ящик для поросят, для сосунов. Короче, закрывал их. И шел. Спал час-полтора. Опять приходил, открывал. Она кормила, все. Один попался ей. Здесь пробегал возле морды, она его кусанула. Ну, видать, слегонца. Если бы она хорошо кусанула, там ничего бы, может, не осталось. А так слегонца и швырнула его носом в пайлушку. Ну, благо там воды не было, все хорошо, вытащил. Ну и, короче, караулил здесь, вот возле морды сидел, чтобы они не подходили. Потому что поросята несмышленные, они бегают и ищут птичку. Да, Крепыш? Это он дюречек, дюречек. Папка дюрок, он забывает жрать ему, давай. А мамка Петрен. Так что три папкиных и пять или шесть мамкиных. Да, тот же живой. Да, шесть мамкиных, белых, значит. Ну, сейчас все хорошо. Где-то я еще утром, днем до обеда тоже сидел. А потом уже смотрю, поросята подходят к ней. И она без проблем их подпускает, обнюхала их, все приняла. Теперь она нормальная, хорошая мамка, кормит своих поросяток, все хорошо. В клетке, ну, маленько еще пусть постоит, потом сделаю укосины здесь. Не доски, как раньше, наискось к полу и к стенке прибивал, а сделаю из железа, ну, потом покажу, какие. Ну, если, конечно, все получится. Думаю, должно получиться. Кстати, вот у эти тоже все супрусные. Это через 20 где-то дней поросится. Это через 38, это там подальше. Эту в клетку я станок ставить не буду. Ту ставить не знаю. Эту буду ставить. Почему? Она хоть и не агрессивная, но настолько она спокойная, что аж минус от этого спокойствия. Она когда садится или ложится, она на поросенка падает, и все. И он орать будет, орет, и она не встанет, бесполезно, пока в жопу ей не пнешь. Так что, а станок поставишь, станок, в станке уже она не упадет, как ей надо. Она сперва на коленочки присаживается на передние ноги, а потом уже жопу кидает на стенку станка и сползает, тем самым предотвращая придавление поросенка. Ну и поросята в это время могут убежать, отойти в сторонку. Пока они еще не смышленные, им что, до пяти дней еще туды-сюды, а там уже они будут получше уже резвиться, будут бегать, прыгать, играться. Это вот наш папаша, да, рыжий? А? Рыжий. Ну, не видать. Телефон старый, да еще тем более позвонили свиньи с него. И, короче, покоцали. Лампочка не горит, в смысле подсветка. Вспышки. Ну и фонарик сам не горит. Короче, вот такие дела. Ну ладно. Корм у нее дробленка и
добавляю комбикорм специальный от 2 до 4 месяцев для поросят. Ей несколько горстей перемешиваю, чтобы хоть какие-то витамины были. Там дома у меня есть до 2 месяцев комбикорм для поросят. Забыл привезти, сейчас тоже буду его мешать. И чтобы молоко было получше по витаминизированию. Вот что делает? Жачки дать много, взяла, вывалила. Засранка. Ее еще, конечно, колбасит, подтрясывает. Сегодня что у нас? 13 число. Поросятам полутора суток. А сегодня двое уже будет. Двое суток вечером будет. Крепыши уже. Ну, кто-то, конечно, худее. А так вроде все нормально. Вот какие они крепыши. Ты куда-то не туда залез. Сейчас я покажу вам их. Мамка не хочет их кормить. Вон они какие хорошие. Давай, давай, иди. Иди давай. Куда? Вот они. Ой, бляха-муха. Вот он. Да не я ваша мама. Вы перепутали. Вот он маленький самый, который проблематично не хочет сосать. Или не может. Но... О, как кушать хотят. Кушать они просят. Малышня это. Вот они. Кстати, они не хрюкают, а крякают, как утята. Как утки крякают. Знаешь, аккуратно. Ногу подняла и боится поставить, как бы не поросенка. Аккуратно, видать, мамаша. Давай, мамаша, корми уже. Вот чё, блядь, вот чё, блядь, иди сюда. Ну чё ты? Вот чё, упал, это я уронил тебя. Вот чё, вот какой он плюшевый, а. А как он мягенький, такие, хорошенькие.